Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы дадим ответы на самые популярные вопросы про линьку у кошек. Линька у кошек – это естественный процесс смены шерсти. Он знаком большинству владельцев мяукающих питомцев. Почему кошки линяют? От чего зависит интенсивность линьки? И как можно помочь кошке в период смены шерсти? Мы решили ответить на самые популярные вопросы про линьку у мяукающих. Многие породы мяукающих линяют из-за изменения светового дня и температуры окружающей среды. Такой процесс называют сезонной линькой. Он связан с тем, что раньше, когда кошки жили в дикой природе, их организму приходилось приспосабливаться к изменению условий окружающей среды. Как правило, сезонная линька у кошек бывает осенью и весной, но иногда она может иметь и круглогодичный характер. Обычно такой непрекращающейся линьке подвержены кошки, постоянно живущие в квартире и не ощущающие на себе перемены климата и смены сезонов. Также кошки линяют из-за возрастных изменений. Так, например, в возрасте от 5 до 8 месяцев большинство котят меняют детскую шерсть на взрослую. Интенсивность линьки зависит от породы кошки и от типа ее шерсти. Пушистые и короткошерстные представители мяукающих с густым подшерстком линяют очень сильно. А вот кошки, у которых практически нет шерсти, например, Корниш Рекс, Девон Рекс, Сфинкс и Петербоут, совсем не линяют или линяют очень мало. Если у кошки линька настолько сильная, что на ее теле появляются лысины, или если линька у животного сопровождается изменением его поведения, например, кошка начинает отказываться от еды и ведет себя агрессивно, необходимо срочно обратиться к ветеринарному врачу. Такая смена шерсти не норма, а показатель проблем со здоровьем у животного. Самыми распространенными причинами нездоровой линьки у кошек является гормональный дисбаланс, неправильное питание, заражение паразитами и стресс. Кошку во время линьки необходимо регулярно вычесывать специальной щеткой. Также важно давать питомцу шерстевыводящий корм или траву. Их можно приобрести в зоомагазине. Кошки постоянно вылизываются, и в период линьки количество шерсти, попадающей в желудочно-кишечный тракт питомца, увеличивается в разы, а значит и повышается риск появления у кошки непроходимости кишечника. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про линьку у кошек, а значит, сможете помочь наиболее комфортно пережить этот процесс своему мяукающему питомцу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!